Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. И если честно, то у меня куча новостей и у меня куча... Куча планов, да, что я хочу вообще сделать. Вот, сейчас только найду вот покемон босс, тут где-то шляется. Фиг его знает где. И... Ух ты! Или тут, или где-то в шахте. Скорее всего в шахте. О, Синдаквил. Но у меня покеболов нет. Зато у меня уже куча приконов есть. Во-первых, дорогие друзья, у меня был Гравелер, да, шайни покемон. Он уже голем. Голем. И просто тут не работают трейд-машины, так как связано с каким-то багом. И, в принципе, мне помогли. В принципе, поменяли Geodude на... Гравелера на голема. Так, сейчас. Во-вторых, я нашел еще одного шайни покемона, того, опять же, Geodude. Вот твою мать, опять Geodude шайни покемон нашел. В принципе, сейчас как раз на экране скриншот. И в-третьих, я нашел еще одного шайни покемона. Прикиньте, это у нас Арон. Я его словил с премьер-болом, как-то он так называется, так как я кучу боссов наубивал. И тоже нашел еще одного покемона босс, шайни покемона, это у нас Арон, в принципе, я уже сказал, я его тоже словил, круто, и уже немножко прокачал нашего Чармиллиона, да, он уже почти прокачанный, скоро будет уже Чаризардом. В-третьих, или в-четвертых, уже не помню, тут на горе заспавнились два Молтреса. В то время, как я играл, передо мной заспавнились два Молтреса. Ну вот, один скриншот как раз показывается, второй я не сделал. И что еще? Как видите, я уже наконец-то построил весь свой дом, двор, все построил, уже все красиво выглядит. Вот, смотрите, у нас тут клумбочка небольшая, тут уже домик вот такой. Кстати, я был в шахте, смотрите, сколько я ресурсов надебал уже. 17 алмазов, 7 изумрудов и куча железа, редстона и всего вот этого. И самое главное, дорогие друзья, я выбил мастербол. Не думать же, я читер какой-то, в принципе, какой читер. И вот сейчас как раз скриншоты на экране показываются. Самый большой дроп, что я выбивал с покемонов боссов. Это у меня и, конечно же, мастербол выпал. Всякие ловболы, всякие очки, шапки для покемонов. Куча дисков, куча пушинов, куча, короче, вот этого всего. Ну, кстати, вот, смотрите, я уже себе как раз понасадила приконов. Смотрите, какая красивая комнатка, а. Сейчас я как раз вот это все соберу. Короче, куча времени прошло. Не, хотя... Нет, прошло всего лишь полдня с пятой серии. Где-то так. Я уже вот это все успел сделать. Ну, если честно, нужно бы все было это делать на запись, конечно же. Но я полдня играл просто без записи и вот сделал это все. Ну, если бы я... делала вот это все на запись, то бишь это бы еще где-то 10 серий было. Ну, с одной стороны круто, но... Что за звуки? С одной стороны круто, но с другой... Сэкономили... Ну, не сэкономили время. Да, с одной стороны круто, так как было бы еще 10 серий, но... Вот, сделал так сделал. Вот сейчас это все уже у нас есть. Вот куча у меня булыжника, дерева. Вот, это все с покемонов. Что еще хотел сказать? А, ну, в принципе, да, если у меня уже три шайни, два одинаковых шайни, так что давайте Geodude мы все-таки поставим в компьютер, шайни Geodude. Нет смысла, чтобы у нас был и голем, и Geodude. В принципе, что я хочу? Сейчас можно... Что бы сделать? А, вот, сейчас. У меня уже куча априконов, то бишь у меня уже почти два стака априконов. Это... Я могу сделать уже где-то больше, чем 30. Как его там? Ультраболов, но это потом я тоже, наверное, без съемки сделаю, так как, вы знаете, покеболы достаточно долгое время нужно делать. Так, да. И вы спросите, зачем мне столько булыжника? А у меня есть одна такая затейка, дорогие друзья, это построить свой город. То бишь, я решился, что я построю небольшой такой замок, небольшой такой город, и я уже поприглашал несколько людей, которые играют на этом сервере. Ну, пока что они ничего не ответили, они еще даже свои дома не построили.
Ну, в принципе, я построю свой замок, свой город небольшой. Я пока что не буду говорить, где. Кстати, вот, можно уже на спаун сбегать. И, ну, потому что я еще даже не знаю, где я его буду строить. Ну, есть уже одно место, но пока что не буду говорить, где. И, в принципе, я это буду строить, наверное, все-таки без съемки, так как... А хотя даже можно иногда на съемку. Я это все буду строить. И потом, когда я дострою свой город, если кто захочет, может туда прийти, поселиться, в принципе, рядом со мной, я ему выделю территорию. И если кто захочет, то будет жить там, в моем городе, когда я его сделаю, если, конечно, сделаю его в ближайшее время. Так. Где-то тут у нас покемон босс. Но все же он, наверное, 100% в шахте. Так. Можно будет на спаун слетать. Ну, в принципе, он у нас где-то вот тут, как я понял, да? Где-то вот тут. Ну, давайте прокопаемся. Вниз пос... Так. Ага, значит, тут его нету, да? Значит, он может... Может где-то еще снизу. А он там? Я не знаю, не знаю, не знаю, там ли он. Ну давай, 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 давай. Убивай уже его. Что-то никак я окаменелых покемонов не могу найти. О, он, кстати, вот тут рядом. Так, давайте сначала Ару накинем. Потом Чермиллиона, если, конечно, его не убью с одного удара сейчас. Почти, почти убили. И давайте сразу Голема, он все-таки сильный, как я заметил. Давай, 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 давай. Я пока что даже еще никаких покемонов не ловил, потому что у меня, в принципе, нету покеболов. Так как вот эти все покеболы, что у меня в сундуке, я их просто-напросто повыбивал с покемонов босса. Вот сейчас, наверное, может еще выпадет. Хотя не знаю, посмотрим. Не-не-не, чё-чё-чё там, чё там. Ну да, вот еще один выпал Heavy Ball. И, в принципе, да, я еще пока что не буду делать покеболы, но хотя уже можно начинать, так как вы видели, что у меня просто уже куча априконов есть, и, в принципе, можно уже начинать делать. Можно уже начинать делать, ну как его там, покеболы, да, в ближайшее время. Что-то тут гравий не падает, вот смотрите. Не знаю почему, иногда падает, иногда нет. Я вроде уже в этой шахте был, я наверное, во всех шахтах уже тут был, которые есть рядом. Так вы заметили, сколько у меня уже ресурсов, и это все я шарил в шахте, наверное, целое утро. В принципе, нечего было делать. А, не этим хотел я тебя ударить. На твою. Ладно. Давай, голем, шайни, голем. Три шайни. Конечно, то, что у нас два шайни одинаковых, это, конечно, чуть-чуть не очень. То есть голем и Джиодут это один и тот же покемон, но, в принципе, разные эволюции. Так, тут там у нас что-то будет. А, вода. Вот так. И вот так. Я только проверю, в принципе, может, что-то и будет, хотя вряд ли. Только нарватые джиодуды, которые всегда лезут. Не все, конечно. Так, ну, железо, алюминий. Пока что не нужно, так я уже кучу себе вот этого всего надыбал. Что там у нас? А, ладно, давайте домой. И в принципе, давайте еще побегаем вот тут по округе. Кстати, в следующем эпизоде мы уже, наверное, все-таки пойдем на спаун. Нужно будет показать.
Нужно будет показать спаун, нужно будет посмотреть, что там и как. Чё, 5 в пещере заспаунился. Опять в пещере заспаунился. О, падло мне идти в пещеру, честное слово. Так что в следующей серии мы уже пойдем на спаун, так как я уже, можно сказать, нашел небольшое количество ресурсов, которые можно обменять на коины. И у меня есть одна отличная идея, я там посмотрел ресурсы, которые можно обменивать на коины. У меня действительно есть офигенная идея. И вот тут ресурс, если постараться, то можно очень быстро его надыбать, как бы, и кучу можно его найти. И поэтому есть такая мысль, чтобы посидеть, может, пару часиков, но в том месте, где его можно найти. И, в принципе, если повезет, то можно и кучу его найти. Опять в шахте заспавнился, да? А, то можно и кучу его найти, а если постараться, то действительно можно кучу найти вот того ресурса, которого можно поменять, который, можно сказать, и быстро, и легко добывается, и в больших количествах. И потом поменять на... и потом поменять его на... Ну, на коины, да. На вот эти монетки, да. Так как за монетки, в принципе, можно покупать все. Даже окаменелых покемонов, прикиньте. И это круто. Если, конечно, знаешь, как можно найти большое количество вот этих всех. Ну, как его там. Ресурсов, чтобы обменять на коины, то... Потому что сколько я в шахте рыю, сколько я уже гравия видел, сколько большие залежи, вот, в принципе, теперь, да? Сколько его тут. Ну, еще, конечно, не нашел окаменелого, хотя уже можно было бы, так как действительно нереальное количество вот этих гравий я уже нашел. Залежи. Че, уже пропал? Нет, еще не пропал. Он тут или он наверху где-то? Или он вообще внизу, 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 вот там? Или где-то вообще наверху, наверху, наверху? Так, уже сейчас кирка сломается. О, вот он. Вот он. Сразу напал. Сейчас мы его забабахаем. Че, все? О, отлично. Че, ничего не выпало? Мне, кстати, в Master Ball выпал зеленого босса. Это как-то... Я помню, я убил двух... Ух ты. Я убил двух... как его там... Красных боссов. Но с них не выпало... Вообще толком ничего не выпало. А вот зеленого босса мастербол выпал. Ну, в принципе, отлично. Так. Ну, тут ничего нету, только лава, в которую я, не знаю, свалюсь, нет. Не-не-не, нападайте, не нападайте, гровлеры. Вы мне в данный момент не нужны. А если нападете, то только время потратите. Так, редстоун. Чё-то глючит немножко. Ух ты. Сколько тут всего. Ну, я пока что только лазурит вижу. Кучу лазурита, кучу редстоуна, в принципе, как всегда. Ну, еще парочку... парочку золота. Ой, чуть вперед не пошел. Ну, пока что я тут ничего не вижу. Обсидиан. Обсидиан не нужен, я так думаю. Конечно же, нужен.
чуть-чуть не покакался об страха. Что там запищало? Это лава потушилась. Ух ты, опасно, опасно. Опасная шахта. Ну, пока что я нифига просто не вижу. Ни алмазов, ни нифига. ТП домой. Отлично, успели. В принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Как я говорил, продолжим в следующем эпизоде. В следующем эпизоде пойдем все-таки на спаун, посмотрим, что и как там можно обменять. И, в принципе, подписывайтесь на мой канал. Нет, сначала... Всем спасибо за просмотр, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, играйте на этом сервере, ссылка в описании. И еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.